Всем привет, ребятушки, привет. Давно я ничего не снимала, в принципе, вот вчера только начала снимать, а сегодня у нас уже 28 января. Хотела сказать, что завтра у меня день рождения, воскресенье 29 января, но в связи, сейчас все расскажу по порядку, наверное, празднование у меня переносится на месяц, скорее всего, только через месяц я смогу отметить в классическом стиле свой день рождения. Так, присесть, что чуть-чуть, а то туда-сюда смотрю. Смогу я только через месяц. Сейчас все, кто со мной знает, что я была в больнице, у меня был острый приступ. Ну, какие птички красивые, надо же. Была в больнице. После крапивницы на меня напала крапивница, страшное заболевание, аллергическое. Вкололи мне дексаметазон, после него у меня был вообще какой-то кризис по ЖКТ, что я оказалась в больнице. Слава богу, в больницу меня не положили, но я до сих пор нахожусь на жесткой диете, практически ничего не ем, не пью. Даже, если честно, показывать нечего абсолютно, потому что основное лечение, можно сказать, практически от всего, что ел раньше, от всего отказываешься, там, ну, практически нечего есть, только, не знаю, какая-нибудь каша и все. Поэтому сейчас я такое вообще в жизни впервые, и вообще у меня, конечно, впервые в жизни, что на день рождения я не могу классически отметить. Я бы не сказала, что я какой-то люблю там супер алкоголь, там мне надо прям вообще супер там шикарный стол, но чтобы я не смогла, извиняюсь, поесть там какие-нибудь роллы или попить чай хотя бы с десертом, это, конечно, впервые в жизни. Печально, но ничего страшного. Надеюсь, что все-таки день рождения можно будет отметить не завтра, а потом, именно в классическом стиле. Поздравления, конечно, я принимаю. Думаю, что подарки все-таки будут. Но вот так вот. Вот что еще из последних новостей. Все, кто со мной давно, ну и даже если не давно, все знают, что сейчас YouTube не монетизирует каналы. Канал у меня, я надеялась, что все-таки получится подключить. Я вступила, ну как, подключить монетизацию, к сожалению, не удалось. И, скорее всего, я буду переходить на Яндекс.Дзен. Я уже завела канал на Яндекс.Дзене. Ссылочку оставлю, прикреплю в сообщении под этим видео. Поэтому поддержите меня, подпишитесь. У кого нет аккаунтов, заведите, это недолго, заведите аккаунты, поддержите своего любимого блогера. Потому что все-таки творческое удовольствие есть, но если оно еще и монетизируется, конечно же, это все-таки вдвойне приятнее и успешнее все будет. Здесь на канале я не знаю, пока буду выкладывать видео реже, но у меня сейчас еще не получается выкладывать видео так, как раньше выкладывать, потому что и после больницы, это же я была... Когда в субботу прошлую, да, и сегодня вот суббота, спустя неделю. Эта неделя вообще пронеслась как одно мгновение, потому что я провела его в поликлинике, надо было сдавать анализы, пока запишешься, пока то все. В общем-то, время пролетело. Сейчас я на больничном. Это, к слову, о том, кто спрашивает, чем я занимаюсь вообще, куда дальше. Ну и отпуск у меня давно еще отменился. Я не знаю, почему меня спрашивают за это, потому что я уже говорила, что я ремонтировала машину. Очень много денег ушло на ремонт машины, к сожалению. Ну, ничего страшного. Плюс попала еще в больницу. Сейчас я на больничном, лечусь. В общем-то, вот такие дела. А завтра день рождения, поэтому... Надеюсь, все будет хорошо. Но праздник как таковой, конечно, отменяется. Ну, в общем-то, и все, наверное, из последних таких моих новостей, дел. Не знаю, потихоньку надеюсь, что все-таки... Ну, конечно, на жесткой диете придется сидеть месяц. Это очень трудно. Хочу сказать, для кофеманов это вообще очень трудно было. Это я сейчас не могу даже пить кофе.
свой любимый, это просто, ну, вообще много чего нельзя. Нельзя черный чай, нельзя ни соки, ничего. Не знаю, в общем, кому не лень, откройте, может даже посмотреть диету при крапивнице. Но тут уже выбора просто нет, отказываешься от всего, потому что не хочется снова криза такого, который был у меня. Вот, ребятушки, такие дела. Еще раз вас прошу, пожалуйста, подпишитесь на Яндекс.Дзен, поддержите мои старания, мои начинания. Тем более, тут уже и не страшно подписываться, потому что, в принципе, вы мой канал уже знаете. Там практически будет все то же самое. И я, скорее всего, ежедневные влоги. Сейчас я уже маленько начинаю снимать. Ежедневные влоги я буду выкладывать туда. Вот, а на YouTube только раз в неделю, определюсь, конечно, с днем. Вот, так что у меня такие планы. Поэтому, кто хочет оставаться дальше со мной, еще раз повторяюсь, почему повторяюсь, это, вы знаете, даже правило, даже советую несколько раз повторить, чтобы человек понял, что от него хотят. Так что вот так, там я уже кое-что выкладывала. Ну и вот свой влог сегодняшний выложу там, а болталочку я выкладываю на YouTube. Ну еще, ребятушки, напишите, как ваши дела, чем вы занимаетесь, все ли у вас хорошо. И все, до новых встреч, надеюсь на Яндекс, увидеть вас также и на Яндекс.Дзене. Все, всем пока-пока.